Здравствуйте, дорогие друзья, мальчики и девочки, те, которые еще не ходят в школу. Начинаем для вас передачу «Веселый урок». На наших занятиях мы будем учиться с вами читать, считать, рисовать и даже сочинять стихи. Я думаю, что наши занятия будут очень интересными и веселыми. А сейчас давайте знакомиться. Меня зовут Катя. Я и буду вести наши веселые занятия. А еще вместе с вами будут учиться мои друзья – забавные зверушки. Скоро я вас с ними познакомлю. Я попросила их прийти сегодня на наши занятия, но что-то они опаздывают. Кстати, а вы, ребята, старайтесь не опаздывать на наши занятия. Кажется, кто-то идет. Здравствуй, Катя! Здравствуй, Нюся! А что ты так запыхалась? Мне показалось, что за мной кто-то гонится. Кто же это за тобой гнался, Нюся? Да это я вслед бежал, боялся опоздать. А эта глупая мышь все бегает от меня по привычке, мяу. Так, Афоня, перестань пугать Нюсю. Нюся, а ты перестань бояться, ведь мы все должны дружить. А ну-ка помиритесь и пожмите друг другу лапы. Ну вот, совсем другое дело. Катя, а правда, что у нас здесь будет самая настоящая лесная школа? Да, Нюся, правда, самая настоящая. А ты, Нюся, хочешь учиться? Очень хочу. А кто еще будет учиться в нашей школе? Да много кто. Вот, к примеру, Афанасий. Ты будешь учиться? Не знаю. Может, буду, может, нет. Вообще-то, мы все коты-ученые, мяу. И ты умеешь читать и писать? Ну, по правде сказать, не умею, мяу. Так надо тебе учиться, Афанасий, или не надо? Эх, ну, пожалуй, надо, мяу. Очень хорошо, а теперь поздоровайтесь с ребятами. Меня зовут Нюся. Я очень хочу учиться и постараюсь быть отличницей. Эта мышь, как всегда, воображает. А меня зовут Афанасий. Мяу. Я подумал. Если в школе будет учиться так много ребят, то и я буду. Мяу. Уф, уф, уф. Слышите, ребята? Уф. Кажется, еще кто-то идет. Уф, уф, уф. Уф, уф, я не опоздал? Уф. Нет, не опоздал. Здравствуй, Ерошка. А мы как раз все тебя ждем. Здравствуйте, Катя. Привет, Нюся. Привет, Ерошка. Привет, Афонька. Меня зовут Афанасий. Вот, мяу. Ух ты, сколько ребят. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! И вы тоже пришли учиться! И я буду учиться! И я буду! Буду в вашей школе жить! Буду школу сторожить! Видишь, Катя, какие у меня колючки? Да, вижу! Действительно острые! Завтра, ребята, у нас первый урок! А чем мы будем заниматься завтра? Мы будем учиться читать. Не совсем. Для того, чтобы научиться читать, нужно изучить алфавит. Вот это да! Алфавит! А что такое алфавит, Катя? Алфавит – это буквы. И завтра я познакомлю вас с первой буквой алфавита. А для занятий я приготовила. Спасибо, Нюся. Так вот,
Спасибо, Ерошка. Вот. Вот такие вот кубики с наклеенными на них буквами. Ножницы. И пластилин. Ребята, будет очень хорошо, если они будут и у вас. Это поможет вам лучше усваивать наши занятия. Что-то я не вижу нашего... Наконец-то! Я нашел! Вот! Так. Здравствуйте! Здравствуйте, Катя! Привет, ребята! Здравствуй, Гаврюша! Ага. А что ты так опоздал? Катя, я забыл, на какой полянке наша школа. Искал по следам своих друзей, да запутался в них. Еле разобрался в этих следах. Эх, извините за опоздание. Уф, больше не повторится. Вот. Ну хорошо, Гаврюша, а теперь познакомься с ребятами. Ух ты, сколько ребят! Привет, ребята, привет! Ребята, вот я и познакомила вас со своими друзьями. Надеюсь, что они вам понравились. Они могут стать и вашими друзьями, если каждый раз, когда начинается наш веселый урок, вы будете просить своих пап и мам включать телевизор. А сейчас нам пора прощаться. До свидания, мальчики и девочки. Пока, ребята, пока. До новых встреч, друзья. До свидания, малыши. Всего вам самого доброго, малыши.